4 коллективные работы и один авторский проект получил награду от «Алроса». Это денежная премия за вклад в повышение эффективности производства, и вручается она уже 5-й год. Конкурсной комиссии пришлось выбирать победителей из 50 заявок. Инновационные идеи представили конкурсанты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Перми, Томска, Иркутска, Якутска и поселка Анабар. Экспертные заключения научным работам подготовили профильные специалисты Института Якутнепроалмаз, структурных подразделений и управления компанией. В номинации «Инновационная идея» первое место получил представитель научно-производственного предприятия «Буревестник» Илья Жогин. Он отмечен премией в 300 тысяч рублей. В номинации «Инновационный проект» лучшим назван проект коллектива авторов управления компании «Алроса». Цель конкурса не просто, так сказать, выявить победителей, там, наградить, отметить и так далее. Цель, на самом деле, чтобы эти предложения, эти разработки были использованы в компании, да, непосредственно в производстве. Поэтому у нас есть система мониторинга. То есть все решения ТЭС, принятые по этим разработкам вот, в виде там, внедрения в производство, в виде проведения каких-то научно-исследовательских работ и так далее. То есть мы это все отслеживаем, то есть что происходит с заявками в дальнейшем.